Какая луна? В этом настолько мистический, романтический шаг, в этом, что мы даже об этом не задумываемся, но это великая идея. Колонизация Луны, она крайне важна для нашей страны, для того, чтобы сохранить лидерские позиции именно в космосе. Создавать колонию на Луне, мне кажется, на сегодняшний день это фантастика. Знаете, у нас совершенно не колонизованная страна. Амбициозные проекты — это очень хорошо. По крайней мере, если это реальные проекты, а не шапкозакидательство, они, даже если они не будут никогда осуществлены, они стимулируют развитие науки, лабораторий, вложение средств в конкретные проекты. То есть на этом отрабатывается целый ряд неких партикулярных частичных технологий, которые потом можно будет использовать где угодно. Я думаю, что, конечно, это такие вещи немножко такие из серии профанации, потому что есть реальность, и реальностью надо заниматься. Некоторые вот там рассказывают, ну, посмотрите, мы как нищие, у нас есть люди, ну, посмотрите, у нас есть бедные люди, а мы это о Луне все думаем. Всегда нужно думать о чем-то больше. Мне кажется, для того, чтобы что-либо развивать в космосе, надо все-таки сделать стабильным жизнь людей на Земле. Проблема у нас такое количество, я бы эти деньги, честно говоря, пустил бы на что-нибудь другое, на важное. Пока что у нас через одну ракеты падают, а это очень плохая история. Но если мы даже не можем Киотский протокол все вместе подписать по экологической, по сути дела, защите, о какой колонизации может идти речь? Давайте все-таки сделаем так, чтобы наши, в первую очередь, дети и старики жили комфортно, хорошо, достойно. А потом уже займемся Луной.